Vermut. Uri, gata. Ну, вот такие это, правила, потому что 250 плюс 150. Равно 400. Да, но только у ФДК два топора по 250. Uh-huh. А у варов две двуручки. Ну, слушай, да, сейчас да, типа правила не идеальные, но они пока такие. Не, я не спорю, я просто... А потом они этот... Ну, потому что у Хэнда 150. Это для кастеров дуат, не для тебя. И можно тогда просто для каждого класса расписать и все. Да так и будет, Кебаб, так и будет. А ну, у Хулика просто... сколько туда? Две пушки, две двуручки. Не-не-не, у тебя тоже будет. Две по 400 получается у него или что? Две по 400 у него. Да, Фуриком быть дорого. Что-то, да нет, там типа, значит Фуриком, кстати, я не знаю, как считается. Но окей, вот, типа окей. Во всех остальных типа, считается main hand типа 80%, а off hand 20%, что-то такое. Стандартные ПГП. Это как у хантов лук дохуя стоит, а у варов нихуя. Да-да-да. Нужен этим и тем. Ну, типа, и он в приоре хантам отдается всегда. Ну, тоже как-то смарно не влазит. А, они уже в инсте, походу. Мне кажется, надо установить общий лимит на пушки. И от него 250 дот. Типа общий лимит на два оружия 500, к примеру, и уже по классам разносить. Как-то так справедливо будет. Я только что раз то же самое сказал. Да, я не услышал. Ну, конечно. Ну, да, ну типа, это уже на потом. Ну, да. У паладина 400. Да, дот, я писал правила под паладина, только не я писал. Все вопросы к Бьорну по поводу пушек. Добро, пушек и кашки, я его сам выучу. По мне лучше от фуриков отходить. Бьорн ходит с одной ручкой, если что. Паладинов. А фурики обычно самым большим лутают. Ну да, ну так он и писал правила, не я писал. Вот от них и надо отходить. Я правила на 3 не писал. А, и на Т4. Блин, я не могу принять, я плыву. Меня едят крокодилы. Ты в каком-то страшном месте находишься. Я пытаюсь проснуться. Вопрос так кашет, понятно. Так, ладно, давайте. Хилы все тут, отлично. Я пошел всех обречь. Ой, там это... Приведи их ко мне. Все, РТДшники, стойте подальше. Чтобы вас не клевало. А то клевать будет больно. Донна, в какую сторону ты повернут? Я в лаву. А, спиной. В лаву, ну да, она что-то с одной стороны так. Ну, я в лаву спиной стою, с моста. Ну, я верю, да. Она с одной стороны. Конечно. Спина или лава? Спина с одной стороны у меня. Ну, да. Да ебались до танка. Да я просто не вижу, куда они повернуты. Уроза лево это вверх, а, ну, и так далее. Ну, блин, Дон, сзади тоже лава. Вот я сейчас стою спиной к лаве, понимаешь? Ну, смотри, где хвосты у мобов? Да откуда я вижу? Я вижу их только копья какие-то. Ну хорошо, тоже пойдем. Копьё моба с другой стороны от хвоста. Я не знаю, вот один хвост смотрит на хилов, два хвоста смотрят вообще на 180 градусов. А, потому что вы вдвоем танчите. Да. Сейчас вот и я еще подключился к танкованию. Бесправедного даже. Ну вот посмотри, на мне агро. Что, на таунт похоже. Нет, вот что все на мне светят. Кстати, повезло, что хилы сильные.
Скорее тебе надо. Нет, я люблю умирать, я паладин. Ози, поверь, что она тебе не нужна. Войда закиньте куда-нибудь к шаману. Я бы Донту не доверял, он часто ночью считает. Не, я табличку сделал красивую, которая есть все теперь. А она на кого у тебя табличка? На Ханта. С весом всех статов, с весом всех статов, Т4, на Сурва, на ММ, на все. Так, есть. А мы сейчас эту ачиву Гудлику сделаем. Какое? Убийство Никси. Нужен такой же дотошный ШПшник, чтобы самому не считать. Ой, я представлю, как, наверное, радуется. Я вам просто говорю, что брать и все. Если мне когда-нибудь подарят ШПшку 4Т4, я вас научу на нем играть. У меня есть хороший учитель, который меня научил на ШП в Т5 дамажить. Тоже есть учитель, только он не играет. Я за него здесь ШП делал, чтобы потестить. Он скотина ушел. Все, все готовы. Еда у всех есть. Войд, давай, я держу босса. Потом, когда трэш появляется, я возьму на себя трэш, а когда босс спустится, ты забери босса на себя. Окей. Больших я подержу, да. Больших и дракончиков мелких. 5, 4, 3, 2, 1. А ты, когда дракон спустится, вот этот вот парень с неба, его... У меня 2-3-4, как Коко, я мелких всех удержу на себе. Мне две. Да, блин, да, не важно, кого вы будете танчить. Главное, чтобы словили дракона. Вот, все, хорошо. Какие адаты это? Мы мелких зальем. Я... Конечно, конечно, да. Будет просто для порядка. Угу. Окей. А зачем я крылья оставил? Для кого? Чтобы умереть на ластфайте? Потом ну, в школе расскажу. Ой, я просто... Молодец, ты мне шамана закинул. Или это шаманизм был? Это я. Отлично. Нет, это я. Меня украли заслуги. Блять, демонов спамлю, и они, короче, перед лицом Аникси умирают. Зах... Мир несовершенный. Эх, помните, нам до дыхания нужно ее перевести? Ой, да, действительно, ты, похоже, прав, иди больших забирай. А я мелких потом, а потом Аникси буду ждать. Геру дайте. Геру дайте. Блять, FPS дайте, пожалуйста. Согласен. Угу. Есть такое. Посмотри на это. Кажется, ломается. И рога еще. Пиздец, рога. Там комбат ебашит. Угу. А, нет, ну, вафли. Да, ну, ему этот, энергию регенит. Комбат и так не вешат, вроде. Нет, не вешат, но не... не Дон, слови сейчас второго моба. А, нет, сейчас этого. Все нормально, все хорошо. Душный черный яд у тебя, конечно. А, все нормально. А скотина, 3 стены спускается? На 40. На 40, 2%. На 40. Дыхание успеете, 6 секунд? Да, должны. Да, успели. Все, что успели. И новый не вышел, хорошо. Ну, там же как раз после дыхания вылазит. Агро сбросьте, Локи. Гудли кару расколол, мере клыба. Стаунт, нажмите, донт. Ну, я нажал, мне второй. Нет, не нажал. У меня был гриб, у меня войд забрал. Не, вас вообще двоих не было в этом, в акронаборе. Блин, идеально дисконнектнулся, чё-то. А мне что-то написал. Макс дистанцию набрали от босса. А мне тотема, пожалуйста. Нет, ну макс дистанция я для мелькой имею в виду. Да, и если. Типа
кто умрет, тот неудачник. Милики, в печеньку встаньте. Видите, печенька где? Так что кубок я играю, кто поймает Иру Бурскин. А, ну тут все играют. Так что я чемпион. Бы видел, что у меня там на груле было. Это было весело. Блин, смотри, милики стоят в печеньке, и смертность среди миликов резко упала. Я просто в вашу сторону босс не поворачивался. Ой, Гудлик, что за такое? Ну вот это, конечно, да. Смотри, просто видишь, как по хорошей стороне меня, я убегаю в эфире. Ну это тактика такая вообще-то. Угу. Мельков поставить. Другую. Хоть не прожимает этот трек, да, только прожимаешь сразу фит. О, смотрите, плащик. Вот это прям бисовый, вот это... бисовый плащик. Да. Неплохой. Все пацаны. Маловато. Потому что, мне кажется, эти вот резисты съедают статы. Не, не супер много. 15 хостей. Сталгород, там бисовый плащик. Чего? Что? Делайте Сталгород, там бисовый плащик. Да хуйня. Там плащик. Второй пока что. А когда на Талгороде будет новый, тут уже Карагер выйдет, и 260-й лут один нужен будет. В данный момент Талгород лучше, чем этот плащик. Он линканит. У меня есть такой же дон, забери. Ну, проспыли. Корнеас отдай. Корнеас, тебе башка надо на транс? Ну, я б не сказал, что он сильно лучше. Нет, не нужно. Ну, как не сильно лучше? СПД больше. Плюс сокет. Дай меньше инты выносливости. Ну, нахрена тебе не та и выносливость? Стоп, никто никуда не ливает. Сейчас, у кого есть КД, летим в Ульдуар на двух боссов. Поставьте этот. Нихуя вы жесткие. Давай, Невер, кстати, у тебя же тоже есть КД. Я, этот, ну типа, я прям сильно нужен. А сейчас подождите, если идеально зайдет, а если не зайдет. А, все, написал, что захожу. Ну все, значит, полетели в этот. Не, не, не сильно нужен. Нам 20 человек хватит с головой. Танк, да. Плюс там пару этих хилов. Добро. Ну, у кого нет КД, можете не идти. Кто словит КД, дам 200 ЕП. Да, 200 ЕП дай сюда. Ой, а можно хули-пали пойду? Все равно там есть два легких босса. Пойди. Ну, я говорю, у кого нету КД, может... А, нет, стой, не ливайте. Сейчас я начислю ЕП за этот. Сумочку будут Sony ролить? Что там? Нет. А ты с нее этот, с нее ЛК падает. Я 22 сокета хочу, а не камушек. О, боже мой. Так, ЕП есть. Дальше. Кто без КД на ульду и не хочет идти сейчас на двух боссов, то ливайте. Кто с КД, все летим на этот. Я отбегу 2 минуты. Ну, у тебя уже есть такая, только одна. Уникальная. Можете там зайти на своих твинов, кто хочет. На двух боссов.